Всем привет, ребятки. Добро пожаловать на новое видео. Здрасте, Масик. Здрасте. Что ты? Сейчас будут развон. Какие развон? Вот тут власник заезжает. Это что его? Место приватизировано? Не, вона казала це, що мама спрашивала сахар, чи можна придбати. Вона каже, тут власника нема, він там сидить десь. А не то, що там є номер телефону. Так вона каже, туди можна паркуватися, бо машина сюди заїжджає. Хто казав? Женщина. Угу. Сейчас я розкажу. Короче, ребятки, приїхали, ось здесь вот он находится. Как это? Що это? Підволочиск, Мась? Що это? Город или этот? СМТ. Село міського типу. А. Короче, недалеко. В общем, приїхали, так как сахар закончился, хотим купить сахар, в общем. Сейчас будем покупать сахар. Вот такой вот мешочек, ребят, сахара взяли. Сейчас еще один докидывать будем. С нами еще едет, короче, Илюха и Матвей. Матвей, привет, помахай Руте. Молодец. Матвей — это Таниной сестры сын, правда, Илюха? Да. Вот. И мой двоюродный брат. Молодец, молодец. Это хорошо, что ты знаешь. Вот, ребятки, короче, заехали там вот. Сахар закончился у них в селе. Мама попросила, давайте по дороге заедем, возьмем сахара. Вот. Подъехали, там она ему говорит, какая-то женщина. Просто мама, Танина мама вышла и говорит, а можно сахар взять? Там женщина какая-то прям на этой машине возле нее сидит. Она говорит, а тут вставать нельзя, говорит. Здесь хозяин сейчас будет заезжать. Я вот думаю себе просто, я не то, что я вообще с ней не разговариваю, не грубил и ничего. Я просто, мое мнение, тебя запытали, спросили сахар, кто может продать, а ты говоришь, что тут машина будет становиться. Мы что там, час приехали стоять или уходим куда-то? Люди, конечно, такие странные некоторые, знаете. Я не то, что там думаю, хочу что-то от них требовать, но просто очень странно отвечают как-то непонятно. Ну, понятно, что тут, к сожалению, все люди обычные, простые. Что тебе увидели, то тебе и сказали. Короче, сахар нам обошелся, 2 мешка, 1300 гривен. Вот, это получается где-то в районе $50 за 2 мешка сахара, в общем. Сейчас приехали вот на такой. Илюха, сядь, пожалуйста. Илья, седай ты, не балуйтесь. А то сейчас высажу, пойдешь пешком до дому. И Матвея высажу. Я и так ни разу не катался на машине. Как это ни разу? Я уже катал его сегодня утром. Да, пока ты спал, мы катались, Илюшка. Таня пошла, короче, тут в магазинчик смотреть, называется «Копеечка», там всякие тысячи мелочей, там сейчас придет, скажет, дай денег. Дай денег, я не дам ей денежек. Вот, а Танина мама пошла за колбаской, покупать колбаску, в общем, а я тут сижу, охраняю, вон, малых в машине. Что, ущипнул тебя? Нет. А что? Я ему просто хотел сказать, что у меня горячая рука. Ага, солнце, да, светит? Да, жарко сегодня. Дивись, мы это тебе покупаем. Я человек факел. Ты человек факел? Чуете? Я думала, она придет деньги просить. А где деньги взяла? Боже, за 20 гривен. Блин, мама, ты же не сказала. Ты же вам 250, видать. 19 гривен, классный. Розовенькие такие, да? Название магазина как? Купилочка. Вот поэтому... Офигеть. А у нас в Киеве такие 150 бы стоили, ребят. Прикинь, 19,50. Да, по-любому. А тут, а что тут в арте 65 гривен написано? А типа минус 70. Еще и 70% скидка. Прикинь. Я думал, что ты придешь гроши просить. Не, мама, ну, мама меня угостила. Я кажу, да, Таня, 20 гривен. Мама, кажу, дай мне тючки. Сейчас, нет, сейчас. Эти, что, нет, конечно, конечно. Райбены дай ему, ага, все. Нет, это мои, это крайний, кто их должен получить, это я. Вы написали, что это жиночек вообще. Вообще я их буду носить. Все, ладно, мы что, за Викой едем? Да, да? Все. А она уже что, освободилась? А ты нашел? Идем, проверим, мы не знаем, вон дети в купилочке. Ну, там они уже все, вон пошли. Хорошее применение маски, прочищать очки. Это я уже... верхнюю частину. Так я тоже так протирал. Вика, ты что, не видишь, мы тут снимаем? Подъехали к школе, стоит, смотрит на нас. Мы ей звоним. Рюкзак скидываю, обережно. Я не бачу. Потеряна? Потеряна, да? Ну, понятное дело. А потом ты дивишься куда-то в небо.
і всі, а малишня така, така, камера, камера, камера. Рюкзак візьміть на руки, дайте хлопцям рюкзак. Не треба, не треба, нехай стоїть. Да? Знімай малих, вони хочуть в кадр. Все, ми куди далі? Все, уїжджаємо звідси. До Остапійчука. До того першого магазину, де ми колись скуплялися. За колбасою їдемо? Ні, колбасу ми купили. Пока, малишня! Бля, він навіть почав танцювати, щоб ми його засняли. Що казала вчителька Данюша? Казала. Короче, я пішла, катаємося по городу міського типу. Що тобі там за ту поділку, яку это? Сказала, що лучше всіх діти вже були принесли. Вона сказала, вона бачила дітей, вона сказала, Боже, що в мене лучше всіх. І що тобі, спасибо хоч сказали? Ні. Ти скажи, що мене розбудили в 8 утра, щоб я тебе вез за це. Спасибо. Вона мала 1000 гривень тобі презентувати за твою поділку. Я прекрасний. Тебе як буде з носа, так як узявочка. Контент, контент. Я так би сказав, скільки. Так, это где, Мась, куда надо? Так, вот у розовий дом. Де? О, торговий центр. Бачиш, ти який? Покажеш, який тут торговий центр в людей. Нам назад треба знати? А, ось сюди, да? Можеш того припаркуватися? А, ось сюди, там, оцей. А так би сказав, зараз десь от припаркуємося. Ти бачила, як я йшла? Прям под этими. Опа. Дороги, конечно, ужасные. Прям. Реально, что? Приехали? Вот это, ребята, местный торговый центр, короче. Видите, какой-то перекресточек небольшой. Ладно, пойдем посмотрим, что там продается. Зиполку. Дорогу? Дорогу. Лучше воды минеральную взяла. Ну иди возьми еще водочки минеральные. А где вода минеральная? Ну вот там. Прямо. Так, вот такой вот магазинчик, короче, на первом этаже. На второй подниматься, наверное, не будем. Дайте нормальную воду. О, закарпатская джерель. Давай, я буду носить. Что ты еще что-то что хочешь? Там, какую-то колбасу? А? Что-то завтра вдруг берем, какую-то колбасу, чи какие-то эти. Куда? Ну, вдруг мы будем кушать что-то в дороге, нет? Ну, давай, будем... можем возьмем чуть-чуть 300 грамм какой-то колбаски. Да? Колбаса вот там. А где мама? Мама вот тут. Что вы там, что набрали? Дети масло взяла, детишкам цего взяла. Анютовый кольца? Так, ну, давай, иди заказывай. Я не знаю. А кто знает? Я буду знать. Я не знаю, я буду знать. Не, я кажу, Дим. Ну, возьми вкусно. О, смотрите, колбаска. Слушай, выбор нормальный такой, да? Раньше это такого выбора не было. Рыбок. Производитель местный. Рыбок. 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 Короче, почему вот это вот? Мы решили вот эту финскую, ребят, брать. Финская 175. Прайсик, смотрите, на колбасу. Это 17,50 за сколько? Ну, короче. Да, нормально. Нормально? Да. Что, малым пельмени вот этих возьмем, да? Да. Есть вон, видишь, в этих. Но они такие не будут, наверное, они маленькие. Илюха просто вот такие любит. Он таких не будет, да? В принципе, в этом магазине все есть. Да? Ну да. Много. Раньше такого выбора нет. Ну, запытай, думаю, будет. Тут есть все даже. Вон даже есть эти добавки в кофе, тобинки. Вот. Прикольно. То, что мы, кстати, на Воговской заправке вот это вот брали. Вот, добавляли. Май, смотри. Вот эти вот добавки хочешь возьмем? Фисташку есть, шоколадный. Это в кофе. Это... Вот есть вообще. О, вот это что я хотела попробовать. Когда? Там? Ну да, так я просто переживала, что он будет говнящий и испортить каву. И ты хочешь целую бутылку? Не, не хочу вроде. Хочешь, давай возьмем какую-то из этих. Вот, есть этот кленовый сиропчик есть. Ага. Кажут, тоже очень вкусный. А что еще? Можем вот этот за 41 взять? Он поменьше, просто здесь много, большая. Ну, это топпинг, а это именно сироп. Это топпинг, это для, для блинчиков, да, короче, да. Я понял. Ну бери какой ты хочешь. Смотрите, вот это весь большой магазин, в общем. Он, короче, как не торговый центр, а как магазин просто выглядит. Ладно, сейчас все закупим и поедем. Есть карамельный, вкусный. Давай карамельный, наверное, возьмем. А если еще... А посмотри, он натуральных основах? А ну давай, да. Глянь, с чего он сделан. Оказывается, что это соленый карамель, тут даже соль нарисована. А Таня говорит, что это очень вкусно. Может, да. Просто карамельный возьму? Да, я не знаю. Ну, хочешь, набери этот, да? Ты будешь точно пить?
Ну, это его не пить, это в кофе добавляется. Я знаю, ты будешь пить с кофе? Ну, да. Ну, хорошо, тогда бери. Пошли, все? Бери эту штуку. Все, погнали. Тут, кстати, касса одна. Тут же одна касса, да, на весь этот магазин? То есть это один владелец, так понимаю. Что? Еще тут такие грибы есть. Вот такие грибы. А рыбка тут вон еще есть. Это если можешь пить пивко. Вот это, кстати, очень вкусненькая такая. Вот эта маленькая. А мне ничего не будет потом от нее? А есть хребет? Хребет если... Это типа какая-то рыбка. Ну давай возьмем какой-то. Хочешь? Хочешь хребет себе возьмем? Вот это вкусная рыба. Тут вообще это для мажорки. Ага, написано сайра. А почему вот эти грибы? А вот китайский сувачан. Почему мне? Килограмм, давай килограмм возьмем. Да, давай, да, будь ласка, давай. Мажорка. 46 гривен. Килограмм, у нас такие нема на лице. Так, здесь что? Ты хочешь мини дешевле возьми? Это за сколько? За упаковку мини? Да, за упаковку. 43,70. А что так дешево? Не знаю. Мясо миди. Леньке пиво, он там картошку копает. Вечером пивка. Еще взяли рыбки. Вот такой вот. Так. Все-таки взяли вот этот карамельный соленый допинг. Опа. Дякую вам. Сливки мы не забыли. А, сливки. Давай. Все сливы взяли. На, выкладай. В этих масках вообще дышать невозможно, блин. Там еще так душно, вот, ни кондиционера, ничего нету. Короче, такое. Все, мы уже едем домой. Малых в машине оставили. Приехали. Не успел этот Матвей выйти уже. Вон РВ квиты. Не успел в машине, уже до земли припал. Три квитки и хватит. Три. Еще, на. Три. О, три квитки и хватит. По дві не дарит. Три квитки. Все. Ну, у нас такий. Вже сьогодні зранку мені дарував. Щастя. Ага. Бачиш, я від тебе стільки квітів в житті не дождалася. А я на що його з собою возив? Я, він що, безплатно катається? Мені квітки не треба, ти мені продукти. А я тебе продуктами, їдою. А хто тебе годує? Хто тобі платить за то все? Віка, Віка, хто буде забирати твій рюкзак, а? Так, пакет. Зараз мілки повитягуємо. Все, приїхали, ребятки. Завтра уже будем уезжать. Мася, что это такое? Маска впала. Правильно, маска впала на лице потом. Так кто его уже призывал? Ну, так сейчас в холодильник поставь, да, давай. Уже хвалится. Ну, дай тебе, кажи, все. За 19 гривен. А ну да, я покажу. Снимай. Я мала это, я така думаю, да ладно, куплю за 19 гривен. Мажорка. Мама така каже, хочеш, каже, я это... Все в розових очках, прикинь, тепер это, как это, в розовому цвете. Да, я... Нормально? Да, вообще красавчик. Злапала курку з тих молодих. Ніх знема, ну на ній ні пальцяки. Злапала подивимся. Другу куртку пальцяки. На твого кріля? Ну що, я йду з пальцяками бавитися? Поубивали куриць і кроликов. Давай арбуз ставимо. Заради того, щоб Масик поїв. Заради того, щоб ти поїв. Я не буду поїв. Де? Хто де? Он лежить. Это бедняга, вон щось ударили его или защемили, він бедняга ходит плохо. А я казав, может быть, не, я туда не пойду. Бедняга. Все, я не буду тебе показывать, короче, ну его баню. Ужас. Убийцы. Масик, це ты убийца. Она не любила ни ту.
О, капец, ты бачила, Масик, там в крови. Не хочет она на это смотреть. Капец, ну баня. Я расстроился. Прикинь, его вот так подняли, там кровь из него стекает. Он такой горный. Он такой пушистый. Да, рыжего, которого ты вот это... Да, так, но рыжий, не в шире. Которого в прошлом... Там серый был. Один чи два шире, ты что реже? А, бачишь. То того, чо, который в прошлом видео показывали. Ты не знаешь, что это вин. Может, и не вин. Давай арбуз будем есть. Пробовать. Ты реже? Будем, мы пробовать. Уже ждем. Арбузик здоровезный. На, ё-моё, жить 10 килограмм. Короче, кролика, из-за кролика я тоже расстроился. Я сказал, можно и не резать. Но, ух ты, смотрите, какой арбузик. А ну, не переспел хоть, нет? Мать, очень сладкий. Классный арбуз. Смотрите, какой. Только корка очень толстая, мне кажется. Масик, ты расстроился, Масик? Масик тоже расстроился, ребята. Такая вот она сельская жизнь. Живут кролики, утки. Потом их едят. Такие життя. Красота. Странная, правда, форма такая немножко. Ну чё? Масик, иди пробуй, Масик. Я пришла пробовать. Даю. А чё аж с меской? А як? Сладкий? Ну, сок маленький. Такие добрые, не? В жару как раз сегодня жарко. Арбузик это классно. Я еще люблю холодненький такой. Вот. Так что сейчас будем кушать арбузик с Масей. Розрізати нам його треба, і там діміється йонка. Короче, зараз будемо перебирати бульбу. Вона буде перебирати бульбу. Ти будеш перебирати. Ні, ти. Ти. Ти хочеш жерти бульбу, то будеш перебирати. Я люблю макарони. Фу. А ти любиш? Постоянно їсти макарони. Тесто би їла. Дуже смачно. Да. Зараз будеш перебирати. Там віті хоч дайте жареної бараболі. Ну, звісно. Уху-ху, мать, все пыль на тебе полетела. Бегай! Привет, Катя! О! Вася, привет! Качаки. Ну, это его Васька остертый, во. Вот то и Васька. Ты чё? Таня, возьми где... Нам еще дают, короче, чесночок. Видите, как его, баклажанчики. Капусточка. Цибулька. Цибульку я забираю. Бери всю. Мені не лишай. Масик, давай. Ти скоро пора виїжджати. По відро ще взяти. Відро? Де воно? А, ну, зараз. Ловись, бульба велика і велика. Тут вона вся майже крупна. Вся майже крупна? То що ми перебираємо? Майже, я сказав. А от така нормальна? Ну да, это ж крупно, Дима. Да? Зачем перебираешь? Ну ты таке вот не повезешь на Київ? Дырочка. Це повезешь? Це я закинул. Конечно, повезем, а мы не повезем все підряд. Це я таку кидал. Ну так їй треба збирати. Добре, її перебрати, я звару і качечки скушаю. Поняла, не зря я таку кидал. Конечно, это ж всі таку збирають. Вона ж не гнила, вона просто побита. Ага. Ну, розрізана трактором. Пон... Діма, все, хватить, давай, засипай. Вона їсть картошку на карантин. Як этот? О! Я знаю, у нас теж такий в огороді є. Що-що? Вот эта гадюка. Прикиньте, прям жрёт конкретно. Да. Забудьте її. Не. Бо на Київ повезеш, то з'їсть тобі всю картошку. А да, могла б поїсти мішки всі. Та вот этот ведмедик. А як воно називається, этот? Колорадський жук, типу? А який колорадський жук? Це хрубак якийсь. Не знаю, короче, що це. Ну, він пол картошки вже почти сожрав. Да? Ну, а він теж їсти хотів? Ну, психів. А мене його проблеми не волнують. В общем, смотрите, сколько ми всього затарлись. Два мішка картошки перебрали.
Тут вон яблочко, морковка, чесночок. Что там еще? А, этот свекла, буряк. Здесь у нас что? Вот тут вот Илюхе под ноги положил. Лучок полностью. Здесь еще что-то. Вот здесь бурячок. Короче, вот так вот мы затарились. Винцо? Винцо? Да. Вино домашнее. На пластыри написано. А что в пакетик не этот, да, не поклал? Вот если тут сверху поставишь, что-то. Не, нет, треба надо пакетик, Масик. Это... Короче, я... поставить. А вот туда вон засунь, вот сюда. Нет, надо пакетик. Пока пакетик не это. Сейчас пакетик поставим. Потому что оно трошки может разлиться. И будет все червоное. Сейчас еще поскладают. Это будет не белая машина, а червоная. Да, очень будет прикольно. Мыть-то будешь ты, Илюхин? Нет. Я, короче, иду, не бачу, что у меня там уса. Я иду на усу, а еле и побачу последнюю секунду и отбежала. Она тебя чуть не сгрызла? Да. Так, сейчас будем еще упаковывать творожок, молоко. У нас там холодильничек. Вот, и этот, сметанка. А, яйца надо не забыть. Тю, в прошлый раз мы яйца забыли. Вот это я расстроился, конечно. Все, папа. Все, пока. Папа. Все. Бывай ты здоровый, си. А может вам еще укропчику? Не. Так, мы уже подготовились. С прошлого раза надавали укропу. Все, всем папа. Все, малым привет. Хорошо. Ой. Все уже, ребятки, уезжаем. Затарились, что так, что немає місця уже. Вон, Илюха целый, вон ноги уже, негде сесть ему, короче. Ты не накрывайся, жарко будет зараз. Вон, смотрите, сколько пакетов. На, вот свой телефон. О, телефончик сейчас будем настраивать на дорогу. Телефон, навигатор. Борьба. Хотя такой навигатор, он так вводит нас, капец. Вот, есть. Да, ставь пока туда провод. Твой телефон... Я его здесь поставил, да, я его поставил. Ну, не важно. В общем, ребятки. Да сейчас подивимся. В общем, ребятки, все. На этом видео заканчивается. Что-то я еще насморк у меня появился. Вот. Едем на Киев. Видео уже будут оттуда. В общем, всем хорошего настроения. Всем удачи. Всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки.